Последний раз на своей странице в социальных сетях Айгуль была 30 октября. На следующий день девочка пропала, ушла из школы в неизвестном направлении, и с тех пор ее никто не видел. Никаких отклонений в ее поведении, учась в гимназии, мы не видели. Только вот в мае месяце этого года произошел у нас тоже инцидент, она ушла из дома. Но там ее не было несколько дней, она как бы вернулась. Начались поиски. Родственники, волонтеры, обычные нижнекамцы расклеивали по всему городу ориентировки. Безрезультатно. О ее местонахождении до сих пор ничего не известно. Нет ни одного свидетеля, который бы видел Айгуль после того, как она вышла из школы. Зато в интернете появилось много слухов. Один из них, что девочка уехала в набережные Челны к своему парню. Разные версии были отработаны по поводу и Челнов, которые ложную информацию выложили в интернете. И мы в Челнах поплывали, нам и волонтеры помогали. И здесь, в городе Нижнекамске, тоже прочесывался район. Простые обычные горожане города Нижнекамск помогают нам расклеивать листовки, их распечатывать. То есть не только мы своими силами, а обычные люди, которые не называют ни своих имен, просто пишут, звонят, приносят и сами все это делают. Воспитанием Айгуль занимались тетя и бабушка. Мама умерла 7 лет назад. Айгуль, вспоминают родственники, всегда была открытой. Проблем с учебой не было. В дурной компании ее тоже никогда не замечали. Куда могла уйти Айгуль, родственники просто не представляют. Две последние недели они живут как в страшном сне. Мы ее очень любим. Мы ее всегда ждем дома. Что бы ни произошло, как бы ситуация ни повернулась, она у нас самая любимая в семье, потому что она самая последняя память моей сестры. Что бы ни произошло, как бы ситуация ни обернулась, кто бы был не виноват, что бы ни случилось, всегда дверь у нас открыта. Она наша. Она наша кровинка. В полиции поиски также ведутся. Комментировать ситуацию в интересах следствия там пока не стали. Родственники пропавшей девочки еще раз обращаются к жителям Нижнекамска и набережных Челнов. Если вам что-то известно о местонахождении Айгуль Разыева или вы ее видели, просьба незамедлительно позвонить по телефону 02. Анастасия Шакирова, Марсель Джураев, Ренат Харасов. Новости НТР.